Так, переименую сейчас я все. Так, название поменял, Блай против Стрэнджа, я понимаю, так, что это Бутри. А, не, Бо-5, вру, до 3 побед. Сегодня только первые матчи, остальные все завтра будут проходить. Ну, кто-то будет Блай или Стрэндж против Намшара биться, так что, может, завтра я тоже ворвусь. Прибегает Блай, типичная агрессия с его стороны. Ну, на нескольких лингах Мазеркор только-только вот готов. Нужно отстреливать лингов Мазеркором. Пробок можно и нужно увести. Ну, верчаж нужно поставить. Еще одну пробку Блай убил. Неприятно, еще все каталось, здесь ничего не добывалось. На мейне 16 рабов. Буст где? Буст Гейте. Нужно буст опять на Нексус переставлять, иначе по экономике вообще просядет Стрэндж. Турнир. Сейчас сетку скину вам. Что за турнир? Две минуты задержка, помните, сейчас. Так, принимает Стрэндж овера. Постримлю, ребят, это Бо-5 и спать, короче. Смотрим наших, Стрэнджа, Блая. На Нейшн Варе, к сожалению, наших больше нету. Ну, Украина осталась, да. СНГ еще есть, слава богу, но наши просто опозорились сегодня, парни. Не все, конечно, но... А отчасти и все. Летает обсервер у Блая. Так, 56-44 прав. Лейер. Рабочих у Блая достаточно много. У Стрэнджа кибернет. Твайлайтик пошел, какая кибернетка. Бустится плюс один. Будет ли он третий Нексус, кстати, что-то не понимаю. Да, собирается. Это поздний в итоге.
что Nexus ставится здесь над ксилнаговскими какими-то хреновинами непонятными. Сбивает Блайувера, они закрываются, открываются, но по ним ходить все равно нельзя, даже когда они открываются. Интересная тут такая стенка получилась, проход стрёмный такой вот он очень, я бы сказал. Ребят, всех я благодарю за внимание, за поддержку. Сегодня очень много было поддержки. И премиумов 43 за сегодня, подписавшихся на премиум человека. Это просто дичь, это супер рекорд мой просто. Теперь, вот. Короче, всем спасибо, ребят. Да, все, отпущенные блоки, премиумы и т.д. и т.д. и т.д. Стрэндж против Блая бьются. Посмотрим немножечко Старкрафта. Я уверен, что качественно прибегает Блай. Минус пилон. Уверчажа Стрэнджем выстрелим. Роуч, ё-моё, сколько Роуч приходит. Сталкеры где-то хрен пойми на мэйне ходят. Попытка забрать Нексус от Блая, и он заберет. Ведь Нексус, он моментально его практически заберет. Очень неприятное начало для Стрэнджа, я бы сказал. Здесь у нас Гидра подходит, может на дарках попытаться идти вперед. Нет, Стрэндж не собирается вперед идти. Сейчас мы смотрим турнир, я скинул ссылку, поделитесь, ребят, ссылочкой, это турнир. Просто Стрэндж с Блайм здесь играют, разрешили стримить из игры, почему бы не постримить. Так, 11 рабочий минус. Дарками, как Стрэндж отвечает сейчас Блаю. Пытается люркер Кеверн забрать. Не забирает. Одного удара не хватило, блин, Даркам. Зато третью базу, походу, успеет забрать сейчас Стрэндж. 4 дарка, потому что здесь и минус хата третья. Ну, жаль, что люркер Кеверн не успел забрать. Сейчас 8 люры у Блая будет идти вперед. У Стрэнджа, кстати, обсервера на карте нету даже. Но у него есть дестабилизаторы. Сейчас они будут уже один первый точно. Плюс еще 4 у Блая хата есть. Он может сюда дронов, кстати, перевести легко. Но у него 39 дронов против 64 пробок Стрэнджа. Ну, соответственно, боевого лимита, обратите внимание, у Стрэнджа 37 на данный 38 момента лимита у Блая. 38, у него почти сотка, у него 90 боевого лимита сейчас. То есть почти в 3 раза больше. Сейчас уже в 2, и чем дальше, тем Стрэндж будет приближаться. Блай подходит Лерой, Стрэндж прекрасно видит эту Леру. Дестабилизатор в молоко. Все, Блай позицию отжал, пожалуйста. Дарками может здесь как-то справиться. Перекапываются ближе еще люркеры. Ну, это, скорее всего, поражение, потому что здесь Стрэнджу не отбиться никак уже. Давар Белков. Плюс 2 дарка. Ну, здесь Лерой все Блай сбривает. Очень четкая, уверенная атака от Блая. Стрэндж не готов дома. Крип, посмотрите, не выбит. Обсервера не было элементарно. И у Блая здесь был вижен, что он видел, что Стрэндж не готов из-за крипа. Он очень быстро сюда пришел, а Стрэндж вообще не видел, как Блай подходит, куда Блай подходит. В итоге Лерой просто пробивает все Блай. Кстати, если Стрэндж здесь даже отобьется, может случиться чудо. Какой залп дичайший просто. Пользователь Нова активировал премиум на ваш канал. 30-44 пошел, ребята. До 50 чуток премиумов за сегодня. Лера вниз перекапывается. Не, здесь ничего не сделать уже по ходу дела. ...75-126, дестабилизатор можно еще раз стрельнуть сейчас. Стреляет дестабилизатор, минус Роуч, минус Гидралис. Стрэндж здесь не убил. Здесь, блин, а Люра Кеверн мог погибнуть, между прочим. Это вообще бы не Лайба Люры не заморфил. Но не хватило одного удара Дарка, одного, ребят. То есть представьте, сколько деталей в этой игре разных было интересных. Так, блинк вниз агрессивный на люркера. Зачем такой жесткий агрессивный блинк? Ну, вот сюда надо стабилизатор вывести. Очевидно, что отсюда ему вообще никак не достать.
как-то далеко стрелять, боится, как будто бы камни зато взорвал. Ну что, хочешь, какая-то польза от выстрела. Застройку сможет здесь сделать потом, но не на этой карте, судя по всему. Здесь люркер находит базу, вновь строящуюся. Иммортал его, правда, забирает. Люра пошла сразу в ту сторону. Хороший залп от Стрэнджа, минус вся люра. Здесь очередной выстрел мимо. Здесь пилонов много добавляется, но пилоны никак не спасут просто. Стрэндж 1-0 Блай. Пытался контратаковать там как-то, ничего не получилось особо у него. Ждем следующую игру. Хэппи, смотрю, к Дримхаку готовится. Ладно, расслабиться можно. Ну, можно вот вместо вот этого, в принципе, было бы в голосовалке участвовать на Nation War. Тогда бы проблем не было, потому что уж Хэппи явно бы выбрали, если бы там такой вариант был бы. Спасибо, Дэнк. Ну, сегодня день такой должен был быть. Я вам обещал, что день именно такой сегодня и будет, на самом деле. 15-й час стрима идет. Через 40 минут будет пятнашка. Повторю рекорд этого года, недавний, с Близкона, кстати говоря. Ну, до 16 не дойдет, и слава богу. Так, Бьян Король ТВТ. Ну, Банни Джорни убил корейца, кстати. Неплохо, я бы сказал. И Мейджор, как там, с Алаевым сыграл хорошо. Ну, посмотрим. Бьян, может, еще с европейцами, как бы, как сыграет. Миш, спасибо, что смотрел. Задержка 2 минуты. Алине, привет, передавай, что я могу сказать. Вот. Ну, а я достримлю это и сам пойду отдыхать. Стрэндж, какая-то прикольная картинка у Блая. Феникс из Лотова компании. Один ноль Блай. Вторая игра Стрэндж против Блая у нас.
Special Tactics, у Хэппи там, ну... Горечь сегодняшнего дня может скрасить только император по ходу дела. Ну и пацаны все остальные своими выступлениями крутыми будущим. Но в ближайшем время, да, только император может скрасить. 26 числа DreamHack, приходите смотреть. Там, конечно, неофициальный, ни хрена не стример. Будет абордаж просто конкретный. И будет круто в любом случае. Какая разница? Не из игры, конечно, но и Nation War я по Клинфиду стримлю, поэтому ничего страшного. Ну что, здесь у нас надо покомментировать маленько. Nexus был не первый у Стрэнджа, через гейт он начинал. Сейчас будет адепт готовкой. Кто-то слишком надежный. Побольше халявы в лотве, мне кажется. У Блая газа нет, пока он тоже три хаты ставит. Да-да, главное не приунывать, на самом деле. Все абсолютно верно. Зато 44 премиума за сегодня, что тоже круто. Да свершится правосудие. Слава Деламам! Здесь, среди теней. Так, что-то багует там. Прошу прощения, счетчик, я отвлекся. Хара со Стрэнджа пытается подфокусить рабочих. 4 подфокусил, между прочим. Ну, хоть что-то. Хоть что-то зафокусил. Здесь, на дальней базе, тоже был Харас. Ну, не так удачно, как здесь. На третьей некто Стрэндж чуть не выходит пока. Плюс 3 гейта добавляется и робо. Ну, вот как-то в лотве обычно гораздо раньше в третьей Нексус выходит. Мазеркор пилонов здесь 2 поставил. Все, считай фотон кейс. Почему Стрэндж так поздно это делает? Не знаю. Пацаны, по Nation War все вопросы уже не ко мне. Я уже, честно говоря, все что-то перегорел, даже уже не парюсь как бы. В следующий раз будете знать, за кого голосовать, за кого нет. Так, да, варп настроющийся Nexus, кстати. Все-таки настроющийся Nexus быстрый до варп идет. А я думал, это. А я думал, отменили это. То есть, получается, можно все-таки к строящемуся Nexus пилон ставить сюда. Или может нужно, чтобы больше 50% Nexus достроилось, чтобы быстро варп шел. Там типа того что-то, я вот не знаю, тонкостей. Потому что мне показалось, что как только его заказываешь, там варп долго идет.
А, квалификация ж бы брали. Погодите, а во сколько квалификация там это? Здесь, среди теней. Наши войска. Вот, 16:00 начало. Ну, посмотрим. Посмотрим. Может, как раз таки квали я и постримлю, может. Что, идет Strange Push? 60 пробок на 70 КСМов. Сталкеры с N3 зелки приходят. Блай там пару реводжеров пытается сделать. Нужно хату отменять, да ТП домой делать просто. Каст прямо в центр идет. Strange отошел. Ну, хату отменил, телепорт домой пошел в итоге. Нормально, в принципе, чуток юнитов потерял. С N3, конечно, плохо, что потерял. Здесь у нас дестабилизатор номер один готов. Номер 2 не строится, пока плюс 2 грейд бустится. Чарж у Стрэнджа пошел. Блинк не готов. А на какой к черту чарж? Дестабилизатор. Почему не блинк? Харасить, может, Стрэндж хочет. Не знаю. Здесь Блайв контратаку уйдет. Опять боевого лимита больше, но не намного. Ну и к Люре нужно готовиться. Блайв сразу 4-5 восстанавливает. Сталкеров на мейн до варпа Стрэнджа. Добил чейнджинга, еще одного байта. Двух накакал чейнджингов прямо. Почему энергии столько теперь на двух хватает? Ну что, четвертый Нексус пошел. Так, фотоночки добавляются. Ну что, Блай подходит с Люрой сюда. Дестабилизаторов 3 штуки есть. 3 штуки это уже действительно много. 123-173, но мы знаем, что вот эти юниты переворачивают просто игру. Так, станул дестабилизатор. Вторым нужно, главное, не промахнуться, желательно. Люра подходит прям в рейндж фотонки. Нужно отвести Блай. Криво тут копает ее. Так, минус Люр. Пошла атака. Нужно ставить... Нужно оверчаржа на пилона ставить, если так Блай ломится. Люру нужно кастами вот этих ребят выбивать. Дестабилизаторов нужно больше и больше. 136-190. Оверчаржи пошли. Оракул тут врывается. Ревелейшн кидается. Сейчас до варпа Стрэнджа дестабилизаторы кастуют. Блай успевает зафокусить большую часть, между прочим. И куда зелки-то ломятся? От сервера у Стрэнджа больше нету. Что самое интересное, здесь Люра один закопан. Какой он дэмэдж гигантский наносит. Жесть просто какая-то. Здесь Стрэндж успел уйти. Или Люр погиб. Нет, Люр все-таки погиб. 110-148. Стрэндж отбивается. До варп зелков входит. Две атаки. Все, что есть у Стрэнджа сейчас. Нужно идти вперед. Так, ну хоть двух гидралисков Стрэндж подрезал. Это хорошо. Перекапывается Люр. Дестабилизатор может еще стрельнуть. Один, еще один выходит. Обсервера нету. Ну, так, а Ревелейшн сколько у нас сейчас стоит? 50. Скоро будет Ревелейшн. Архонов Стрэндж сливает. Еще здесь Люр закапывается так, чтобы четвертую Нексус прессовать. Ревелейшн пошел. Все, пора идти вперед. Люра вся в куче копается. Да где ж выстрел-то? Пошел выстрел. Хороший выстрел сейчас. Вот дестабилизаторов происходит. Нексус упал. А в сервера я так и не наблюдаю. Где он? Черт побери, где этот обсервер-то? Что у Стрэнджа происходит? Он отбился, но Люру не может убить. У Блая 6 ультралов уже пошло, но они без грейдов, кстати говоря, ультралиски. Милишных вообще. То есть только 4 армора у них халявных будет. Люру Стрэндж сбривает, 4-й Нексус восстанавливает.
ресурсов много. Видел ли то, что он там в ультру сейчас будет выход или нет, я без понятия. Продолжая делать грейды, три атаки есть. У Стрэнджа грейды лучше. Но ультралы даже без грейдов сейчас сминать будут просто. Уникально, у них армор только-только заказан сейчас. Не знаю, почему Блай грейды не делает, тоже хороший вопрос, конечно. Пользователь Сиом Уай активировал премиум на ваш канал. Так, спасибо, Семки. Или кто там у нас это чего активировал, да. 45-й пошел. 45-й. Ну что, здесь дарки. Куда на F1 Стрэндж отводит-то дарков? Все, хату минуснуть не получится. Хотя с тремя атаками может и получится. Суверсиры летят, но они не близко. Но нет, не получится ничего сделать. Вот, посмотрите, из-за F1 просто хата выживает сейчас. 137-158. Ну, Стрэнджа хорошая экономика, ему грейдов больше надо делать. Смотрите, вот Зерг с двух эволюшенов сейчас может нагнать. Каткая экономика, с двух фаржей нужно закреплять, то есть, чтобы полные грейды уже были, там и поля тоже делать. Еще 8 люры владелось. Сколько у него люр-то вообще? 4 есть и 8 про... О, 12, это жесть. Тут просто, ну вот, против такого количества люры нужно позицию грамотно занимать, очень грамотно кастовать. Стрэндж вперед не лезет, молодец, конечно, сейчас ему и нафиг не надо. Второй робо добавляет. Ну и выход пошел. Попытка Нексус подвесить. Блай тут с ультралами, с люрой пытается вораться. Врывается, уверчаржа нужно Стрэнджу выставлять. Три пилона есть, но хоть три-то уверчаржика выстави. Так, идет Стрэндж вперед, дестабилизаторами не кастуют. Люра держится, пока уверчажи пошли. Архоны бьются, но сплэш какой ужасный. Просто от люры проходит. Но Стрэндж, кстати, выдерживает, посмотрите. Он сминает просто Блая в хлам из-за отсутствия грейдов, кстати говоря. В том числе. Уверсиров миллиард. Если бы еще бы лучше дестабилизаторами кастанул, вообще бы забрить бы мог. Здесь два люра сверху находятся. Вот нужно архонов подводить плюс иммортлов. Пытается Блай как-то здесь законтрить это все дело. Минус люр один. До второго не достать. Архончики новые сливаются. Если шторм... Нет, шторма нету. Здесь не добывается ничего. Здесь добыча уже газ началась. У Стрэнджа рабочих больше, чем у Блая. Что самое интересное, тащит помаленьку. Иммортлу все больше и больше становится. Грейды зря дальше не делает. Люр перекапывается опять же ближе. Девилейшн скоро кончится, но успевает выбиться люркер Стрэнджем. У Блая ультралы, вот они 5-1 с грейдами. И, ну, F2, да, я просто F1 говорю, потому что у меня на F1 перебинжа на армию выбрать. Фух, будет еще сейчас архонов много слит. Поля нужно делать. Вот таким миксом обязан иметь поля такой микс. 164-182 по лимиту. Боевого Блая опять же больше, соответственно. Немножечко чейнджингов идет вперед, посмотрите. Под ревелейшеном. Здесь все ультралы в ревелейшны бегают. Сюда дарка ничего не посылает. Слишком двумя люрами Блая опять харасит Никсус этот с хайграунда. Ну что ж опять за беда-то такая пришла. Здесь на лом идет ни одной фотонки нет. Что ж ты, Стрэнджик-то, делаешь такое, а? Просто лингами Блай в тупую Никсус сейчас выбивает. Да, вообще идет. Здесь тоже ни одной фотонки. Стрэндж пошел в контратаку. В контратаке Стрэндж развалился, потому что у Блая много вайперов и много зеленки здесь. Ультралов видно. Так, Юру видно Стрэнджу вообще. Иммортлы справятся ли здесь? Справляются. Иммортлы, посмотрите, все разваливается. 99-160, но 13 гидралов еще в продакшене. 13 гидралов могут развалить Стрэнджа сейчас.
Здесь проблема в том, что просто ничего нет. Смотрите, Стрэндж потерял две базы на ровном месте просто. И сейчас и Иммортлы отдадутся. Ну, поздний час, конечно. Ну, ошибки, конечно, такие смешные. Приходит Стрэндж. Боевого лимита, кстати, не меньше, чем Блая. Получается, гидралы выходят, на муви отдаются. И вот это даже Блая не может убить. Здесь Иммортлов 7 штук, плюс 3 Архона. Они разваливают просто кабину всему. А ни в коем случае нельзя обсерверов отдавать. Стрэндж не отдает обсерверов. Здесь у нас несколько люр на хайграунде морфится у Блая. Будет ли Стрэндж наверх заходить, я не знаю. Здесь зилки плюс дарки идут вперед. Доходит Стрэндж на хайграунд. Кстати, очень вовремя он это делает. Никос плюс зеленочка пошла. Кстати, обсерверы подставляются. Блая их не фокусит. Ошибка, кстати, мог бы попытаться отфокусить обсов. И, может быть, тогда даже пробрил бы. Заходит, Стрэндж все пробривает, 75-93, все-таки на каких-то лалах тут пытается затащить и даже походу и затащит. Здесь линги все смяты Архонами и Мортлами. 70-104, одна добывающая база у Блая. Вот здесь спайр есть, спайр нужно минуснуть, Стрэндж какой пул, спайр же там стоит, ё-моё. Мутка сейчас вылетит, пул все-таки Стрэндж заминуснул, минуснул. Спайр пока не минусует, люркер, люр, так, Роуч Ворон. Люркер Кеверн минус, Ультралис Кеверн минус, Спайр можно еще минус, еще 6 муталисков у Блая, 6-15 муток, это опасное, безусловно, количество в данной ситуации, потому что у Стрэнджа просто боевого лимита сейчас не останется. Все, падает последний Архон, ну пару муталисков сбрил, конечно, там Блай. Стрэндж идет на крайнюю хату, здесь минусовать, здесь 2 люра есть, попробую еще минуснуть эту крайнюю хату. Архонов добавляет Стрэндж, уже 4-й Нексус установить, здесь минералов уже практически не осталось. Так, приходит Стрэндж, Блай пытается хату дронами заблочить, хату дронами заблочит. Убил хотя бы люру, и то хорошо, 63-92, хатку фокуси, Стрэнджик, куда же ты в дронов этих грызся? Зафокусил все-таки хату, у Стрэнджа добычи нет, просто дистанс майнинг онли получается. Есть у нас 4 Архона появляется, плюс зелок. Муталисков сколько у Блая осталось? 18 штук, ГГ Стрэнджу. А мог ведь пробрись, в последний путь пошел. Очень даже удачно, но в итоге не дошел. Здесь 2 люра плюс мутка, все сбривает. ГГ пишет Стрэндж, 2-0 Блай. Интересная игра получилась, я вам скажу. Ждем третью. Блай сейчас действительно силен. Стрэндж держится молодцом, но немножечко все-таки не хватает в каждой игре, получается. Маркес. Сильная игра изменилась со времен Ходса. Новая фактически игра. Ждем хост. Захожу, он там Стрэндж тоже создал. Все, зашел, карта грузилась, понял.
Начинается решающая игра, последняя, Стрэнджа и Блая. Так, в чатике расскажут все, что к чему, на форуме там, наверное, в Nation War'ах теме уже писались люди. Скоро пойдем, Чарлик, уже не бегай тут взад-вперед мне нафиг. Чарлик уже опять хочет идти, ребят. Всем привет, всем спасибо за поддержку большую. Очень приятно, сегодня я высплюсь, хоть не надо там слишком рано вставать, только с Чарликом гулять в итоге. Вот. Посмотрим, что там завтра по стримам. Завтра в Евролиге отборы, Home Story Cup, квалификация очередная. Ну что, бустится Mothership Core, сейчас бустится, Stalker Rover уже не упустит этого, я думаю, да я уверен в этом, хотя тулинги бегут, может быть, они как-то отвлекут. Куда Стрэндж, все, овера упустил, посмотрите, как Блай по-царски, беднягу, вообще, просто Блай царь, блин, я не знаю, как тут сказать. Как он овера своего спас, просто аки красавчик какой-то. Вот заходит сталк, не, овер все-таки не уйдет в итоге. Но попытка хорошая со стороны Блая была, еще и лингов. Отдал овера-то, добей, Стрэндж, ты что, добивает овера наконец-таки. Роба строится, адептик бустится. Если у нас Нексус второй бустится, будет ли Стрэндж какую-нибудь контратаку идти. Пытается еще одного овера найти с другой стороны врывающегося, а он-то врывается действительно, вот он. Так, Мазеркор нужно подвести. Куда там сталкеры-то пошли? Нужно овера этого поймать. На мейн, видимо, Стрэндж. Пользователь пошел. Миста, Краули 93 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, 46-й на сегодня. Пытается сбить Стрэндж овера. Ну тут далековато он, конечно, от края, но походу добьет, да, добивает и второго. Два овера за игру, неприятно, конечно, потерять.
Для дестабилизаторов Робо Бэй пошел. Нужно строить Иммортала или Призму, я не знаю, чем-то харасить. Углая золото было первым. Потом вот эта база. Роуч Ворон Мув делается. Экономика замечательная. Углая сейчас. Правда, перебор для золота. Здесь 12 максимум нужно, на самом деле, рабочих на вот этой базе по 2. Хотя, в принципе, 16 тоже как вариант. Глай 12 составляет. Пару плеток здесь ставят. Можно сюда было привезти. Стрэндж сталкерами прилетает. 2 сталкера, 2 адепта. Пошел до варп 4 адептов сейчас. Стрэндж начинает все разваливать здесь нафиг, кстати. Адепты плюс сталкера очень неплохо смотрится. Сейчас, так, полетел тут на мейн там Стрэндж призмой. Или что он делает? Да, на мейн полетел. Почему еще один варп сюда-то не привезти было? Я чуть не понимаю. Колоссу у Стрэнджа. А почему колосс? Чем мне угодили, я не понимаю, Стрэнджу дестабилизатор это в этой ситуации. Здесь Роучи Гидра какая-то странная делается. Рабочих наубивал 16 уже штук. Очень немало наубивал, я бы сказал. А точнее, очень много. Адептами можно было повлететь. 23 уже убито дрона. Садится в призму адепт плюс 2 зилка и улетают отсюда. По рабам ситуация сравнялась. Immortal Колосс первый готов у Стрэнджа. Будет какой-то пуш, видимо, на одном колоссе, что ли, я не знаю. Нужно там выходить, если это пуш на одном колоссе, действительно. Лимит боевой есть, у Блая тоже про боевой большой. Но если Стрэндж придет и там Люркер Кеверн будет пользователь готов, Крайтос активировал премиум на ваш канал. Там все, беда, 47-й пошел, ребятки, до 53 осталось. Сегодня сверхрекорд премиума просто личного. Всем спасибо, ребята, очень приятно. За поддержку, за премиум, за все, все, все. Так, оверсир минус. Давар пошел адептов. Стрэндж двигается очень быстро вперед. Люру, если дождется, то плохо будет. Я уже об этом говорил. Но я думаю, Стрэндж не дождется Люру. Хотя уже, посмотрите, тут 16 секунд осталось. Плетки Блай перекапывает. Ну, тут плетки-то развалить несложно, на самом деле. Пошла атака, кастуются релоджерами сейчас сверху кислота. Но разваливает здесь Стрэндж, судя по всему, Блая. Лимита даже больше, посмотрите. Пошли еще каста. Успевая Стрэндж увернуться. Спорка неприятно дэмэджит Мазерфор сейчас. Люркер Кеверн так и не готов в итоге. Колоссу нужно отвести. Спорка напекет ему сейчас его усы. И большую башку, которая настолько высоко находится, что пушки по воздуху бьющие в нее атакуют. Но Стрэндж продолжает давить. Боевого лимита хоть и меньше, но он посерьезнее, чем зерговский этот лимит. Тут есть и колоссы, и мортал, и микс хороший. Так, призма на мейн полетела, собирается Стрэндж развести. Адептами на мейн ворваться, здесь проатаковать, видимо. Я не знаю, почему Стрэндж просто не хочет пойти и добить Блая. Ведь у него ни хрена нет абсолютно. Давар зелков с энтрей. Блай кастует сейчас здесь релоджерами. Опять же, кислоту нужно идти и биться сейчас Стрэнджу. Вот он успевает уйти, но дает Блаю шанс. Куда он бегает, сейчас не понимаю. Кстати, есть ведь робо-бейл. Дестабилизатор одного сюда добавь. Просто он пришел бы и здесь Блая вообще в затруднительное положение бы поставил. Тут за один выстрел можно все бы было бы. Не все, а как бы пол армии просто забрать. Минус призма. Блай прям по ней кидал, Стрэндж отвел армию, а призму нет. Неприятно. Подрезает Стрэндж пилон, дестабилизатор переходит, переходит в Twilight технологии. У Блая, между прочим, ультра... Люркер Кеверн есть, то есть он может люры просто сейчас наштамповать, но он этого не делает, у него гидры, по-моему. Хотя гидра-то строится, вот, отдельно гидроден не нужно. Из этого здания тоже гидру можно строить, кстати. Но я не могу это проверить. Кто же от нее?
Ну, Стрэндж сейчас может отпустить Блая. Вот он сейчас люры наделает, и все. Ну что, Стрэндж что-то бегает зад-вперед по карте, убивает все. Вот эта вся шушера, она вот этими ребятами просто на ура разбивается. Неужели Стрэндж не разбирается, не понимает этих вещей элементарных? Вот он приходит сейчас, и что он собирается с Люрой делать? Ой-ой-ой, Блая, тут 8 штук уже, жесть какая. Если Стрэндж не успеет сейчас уйти, будет очень печально, а Стрэндж что-то не успевает пока уйти. Какой дэмэдж от Люры? Ну, ой-ой-ой, дестабилизаторы тоже хорошо попали, но часть Люры выжила. Нужно отойти Стрэнджу, Блай пытается прессовать его. Обсервер, кстати, есть, можно сваливать отсюда с обсервером. Нужно добавлять больше дестабилизаторов. Здесь роучи сбоку пришли, оверчаш выставлен. Делки на чаже прыгают, роучи минусуются. Они, по-моему, даже без мува угла эти роучи. 40-56 по рабам. Нужно идти Стрэнджу добивать, сидеть здесь вообще нечего. Я как-то уже привык к дестабилизатору, не знаю. Может, потом переучусь на дизраптора, не знаю. Так, 5 еще люры, 3 есть. Стрэндж заходит сверху сейчас. Ну, кстати, здесь хорошая позиция была. Придется в кучу сюда заходить, и тут будет просто разрывать как раз-таки дестабилизаторы. Дизрапторы, дестабилизаторы. На мейн можно сейчас. Ну, что ж такое, Стрэндж? Хорошо подкарнало, хорошо. Сразу лимита Стрэнджа больше намного стало. Есть 4 зелка вперед летят. Нужно дропать их и варп новый проводить просто на мейн. Что Стрэндж и делает. Сентрю одну варп, видимо, рампу, видимо, хочет заблочить. Да, Стрэндж рампу и блочит. Нужна тогда еще одна сентря. А, ну зачем, тут же филды сбиваются. Блай очень четко филд сбивает. Здесь только люра. Хоть здесь и только люра, посмотрите, какой дэмэдж она в грамотной позиции наносит. Это жесть. Стрэндж понимает, что здесь только люра, пошел вперед. Дестабилизаторы наверх кастуют очень жестко. Минус все снизу. Все-таки Стрэндж не проиграет. 0-3 в сухую, судя по всему. Потому что в этой игре смеш, что Блай уже что-то может сделать. Люры не осталось. Пользователь P6 Well активировал премиум на ваш канал. Так. Что дестабилизаторы кастуют? Ой, какой выстрел сейчас, жесть. Но тут Блай не фокуснул, мог фокуснуть, кстати, легко. Еще один выстрел пошел, в этот раз фокуснул, успел. Красавчик, 83-140 в пользу Блая по лимиту. И Стрэндж даже сейчас умудрился отдаться. Ну, Люра слишком много дэмэджа нанесла. Тут он не должен потерять, только нести был. Но сейчас просто никто не привык еще с ней играть. 48-й, кстати, премиум, спасибо, ребята, вообще респект. Золото все-таки минуснул Стрэндж. Не разворачивается даже. Будет пытаться перехватить это все дело Стрэндж, не знаю. Точнее, Блайт Стрэнджу. Не, вроде не собирается. 10 плюс архоны. Зелки. Дестабилизатор один. Блай, посмотрите, у Стрэнджа плюс атак, у Блая нолики. А зачем грейды делать? Кстати, Блая уже помню, так он делал и в ходсе в свое время, и воля, ну, за это наказывают очень сильно, грейды нужно делать, учиться. Вот. Ну, тут такая игра, на самом деле, складывается, тут поэтому Блай грейды не делает в данный момент, но все равно, хотя бы атаку рейнджовую, очевидно, надо делать.
Заходит Роуч и Реведжера сбоку. Ну, Блай, наверное, не думаю, что не будет он сюда наламываться. 105, лимит на 180. Но вот эти ребята могут по вот этой армии выстрелить хорошенечко, так и лимита меньше станет у Блая значительно. Ну, так в открытом поле не стоит Стрэнджу ломиться. Конечно же, Блай его контролит. У него вижен с Ксилнаги есть. Тут как-то неожиданно нужно кастовать это все дело, чтобы получалось. 200 у Блая. Где? В чем у Блая 200? А, 49 роучи только. Ну, да, понятно, где 200. Только роучи 98 лимита, так что боевого. Остальное все. Но это мясо. Мясо против вот этого вот этих ребят. Архонов там в связке с ними. Здесь у нас Зилок стоит. Стрэндж видит, откуда Блай заходит сейчас. Идет вперед. Дестабилизатора выводит, чтобы... Так... Ой, как обкарнало, ё-моё, красавчик Стрэндж, просто, так, здесь дестабилизатор один падает, второй падает, Блай подфокусил, ну, посмотрите, как Роучи подкарнало, дальше, конечно, Блай уже расторопен был, но первый раз что-то словил жестко, по лимиту все равно беда у Стрэнджа, 115 на 187, здесь у нас три Роучи закопаны на золоте, и ничего с ними и не поделать-то будет особо. Так, архоны, дестабилизатор, все идет вперед. Плюс 2 есть у Стрэнджа, у Блая нет грейдов. На стоп нужно жать в таких ситуациях, на самом деле. Зря Блай на стоп не жал. Так, одного люркера Стрэндж минуснул, но больше нету выстрелов у дестабилизаторов в данный момент. Сверху минус королева, здесь все бежит, отдается. Зилок заходит вперед, выстрелы есть, нет, выстрелов нету. Что-то... Куда Стрэндж лезет? Дуры слишком много. Здесь Роуч пришли минус четвертник. 190 на 86. Да, Стрэндж здесь проигрывает. У него дома ничего нет. Ну, Дарки, кстати, может, отобьют. Действительно, могут попытаться. Здесь пришел в какую-то странную позицию Стрэндж. Что и делать-то, собственно, нечего. Здесь дестабилизаторы домой пошли. Пока что Нексус живет, но он сейчас упадет в итоге. И очень быстро он это сделает. Да, падает Никс, Роуч просто на подземном муве сваливают отсюда. Обсервер сейчас поможет, конечно. Пока они быстро ползают. Попробуй нагони. Нагнать не получается. Блай пришел с люрой. Опять вперед с гидрой. 11 люры и штук. Хорошие выстрелы от дестабилизаторов идут. Стрэндж. Так, вот 4 люры. Стрэндж, походу, не видит. Обсервер где-то сзади. Пошел на лом. Юра вся копается, ой, какой выстрел, просто дичь, все взорвалось нахрен, дестабилизаторов не доконтроливает, Стрэндж вперед ведет, очень серьезная ошибка, вот сейчас доконтроль, чтоб 4 осталось, все, это ГГшка была, здесь микс ужасный, остается у Блая, просто мясо, но Стрэндж не законтролил немножечко, нужно добычу установить, у Блая слишком, оп, дарки пришли, посмотрите, дарки как нарезают, замечательно. Уверсир есть, ну-ка где-то далеко. Стрэндж пытается хатку минуснуть. Успеет минуснуть? Такое ощущение, что нет. Да, не успевает ничего минуснуть. Здесь у нас Архона, Имморталы, Сталкеры идут вперед. Все, минус Солюра вся. А чем дестабилизаторов-то валить? Так, дестабилизаторов Стрэндж очень зря отдает. Так, архоны одни здесь остаются, без имморталов даже. 41 на 107, по боевому лимиту 27. Так, заказа у Блая нету. Нет, ну тут расконтроли, конечно, он этих архонов. Хотя бы один дестабилизатор или иммортал сюда хотя бы какого-нибудь добавить. Стрэндж чуть-чуть взад-вперед бегать, непонятно чего. Не хватает чуточку Стрэнджу. Нужно побольше поиграть, нужно опыта немножечко. А так уже четко достаточно делает, четкие вещи. Так, здесь дарки уходят, есть уверсир. Заходит Стрэндж на золото, но что толку золота, там дальше база стоит еще у Блая. Сейчас просто архоны отдадутся и все. Роучи слишком много, конечно, архоны отдают. Все, Блая уже врывается, минус архоны, все абсолютно. Это минус последняя армия Стрэнджа. ГГ, он пишет, 3-0 Блай. Казалось бы, вот эту-то игру Стрэндж должен затащить был, но...
К сожалению, не работает. Не работает. Тема Стрэнджа. Стоп-старт делаю, ребят.